Помилуй меня, Боже, по милости милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя, от беззакония моего и греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть вину, Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобою сотворив. Я, когда оправдившийся во основе всех Твоих и победивший в них, да, судить идти, все бой беззаконие зачат есть мой во грехе, ради меня, Мать моя, все бой истину возлюбил еси, безвестные тайны премудрости Твоей я явил миси, окропивши меня и сопом и очищуся, омывши меня и паче с неба убелюся, слуху моему дать радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прах обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасения. Сегодня, празднуя этот день, мы тоже для спасения, тоже во имя
некого примера, эталона, водружаем еще один крест на наш святой храм. Это уже четвертый крест на Маковку, с тем, чтобы, глядя на этот святой крест, мы видели, вспоминали, думали и молились о Христе распятом, о Христе воскресшем, чтобы то сияние, которое исходит от Него, тварное, отражающееся от солнца, было еще и нетварным, неприходящим, взирая, не просто пройдем мимо и перекрестимся, осеняя себя крестным знамением, помолимся, попросим. И это прошение точно не должно остаться в стороне. Оно будет обязательно исполнено, если мы просим с верой. Так что еще один, не просто одно украшение. Это не просто некое завершение ансамбля архитектурного. Для нас крест свят прежде всего Христом, на нем распят. И это освящение должно и нас осветить, и нас преобразить так, чтобы начать иную, более духовную жизнь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Освящается крестное сие здание. Благодать и Святого Духа, как верим, и все священно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
охраняя Христом Твоим жительство. Вы знаете, казалось бы, для нас уже не в новинку стало водружение крестов над нашим храмом, но от этого оно не становится менее желанным, менее радостным и долгожданным. Пожалуй, сегодняшний праздник, как мы много раз уже говорили, это воздаяние и отдаяние грехов наших предков, исправление грехов наших предков, разрушивших в свое время храм. С праздником! Спасибо всем! Уважаемые святые отцы, уважаемые судогодцы, вот мы сейчас с владыкой и с отцом Георгием подписали тройственные соглашения. Знаменательно то, что подписано вот такой серьезный праздник. Я поддерживаю слова Александра Викторовича, тройной сегодня праздник. Это Петра и Павла, это приезд уважаемого нашего владыки в наш район, это сегодняшнее водружение креста. Само соглашение, я не буду сейчас говорить и подробно, что там написано. Оно направлено на нашу взаимную деятельность мирской власти, то есть администрации района и епархии, церкви. Направлено оно на воспитание молодежи, на воспитание людей, на приобщение к православию, к церкви. Ведь многие годы из нас вытравливали вот это, да, при общении к церкви. А мы сейчас хотим вот это. И не только с малолетства, с детей, но и взрослых. В общем, основной смысл вот этого соглашения в этом. Оно направлено и в образовании. Оно будет действовать и в здравоохранении. Оно будет действовать и в целом в нашей жизни. Поэтому я сегодня благодарен вам, уважаемый владыка, вам, отец Георгий, за подписание. Я думаю, что тем более вот знаменательный день сегодня подписано. Оно не будет просто для галочки, оно будет действовать в жизни. Спасибо вам. Верия, любви, мира и соглашения.